главная сторона, которая всех должна интересовать, это, очевидно, потребители. То есть те люди, которые приходят в эти летние кафе, приходят другие объекты нестационарной торговли, такие как мороженое, такие как квас и другие объекты. И они хотели бы получать, естественно, качественную услугу в красивом месте. Вторая сторона, которая в этом вопросе есть, это предприниматели, которые, естественно, пытаются адаптироваться к этим условиям, которые хотят создать условия, которые были бы интересны этим самым потребителям. С третьей стороны, есть очевидно, что муниципалитет, на чьей земле все это происходит. Надо все эти интересы соблюсти, и чтобы мы могли найти какой-то компромисс. Мы просим владельцев этих летних кафе соблюсти условия договоров, которые они ежегодно подписывают. Летнее кафе – это не стационарный торговый объект, это сезонное кафе, оно временное. То есть период размещения его 5,5 месяцев. Значит, по окончании срока действия договора, в соответствии с пунктом 4.4.8, предприниматель обязан в течение 5 календарных дней демонтировать объект с установленного места его размещения и привести прилегающую территорию в надлежащий вид. Первый вопрос, который поступает, почему, значит, невозможно было эти все процедуры проводить осенью предыдущего года? То есть почему невозможно проводить аукционы? Почему невозможно выдавать соответствующее разрешение на размещение объектов нестационарной торговли накануне? Как только закончился предыдущий год, он заканчивается, как мы знаем, обычно в октябре месяце, и, соответственно, в ноябре можно провести процедуру. Почему они в настоящее время сейчас стали эти вопросы, а не в ноябре прошлого года? Потому что мы ежегодно отыгрываем их заранее, но не в ноябре, а январь-февраль. Большинство представителей бизнеса говорят, что это, в общем-то, происходит не в январе-феврале, а в марте и в апреле. То есть в самые последние месяцы, когда уже невозможно совершить никакие процедуры. Поэтому вопрос, что мешает администрации проводить это именно в ноябре? Ничего не мешает, просто предприниматели никогда не обращались, но мы услышали, что пораньше нужно, хорошо будем отыгрывать пораньше. Мы говорим о том, что заведения должны быть симпатичные, что они должны украшать город, да? То есть это должны быть заведения, которые хорошо выглядят. Очевидно, что если каждый год проводить эти процедуры на один год именно сроком на 3 месяца или там, на 4 месяца, сколько обычно стоят эти кафе, то ни один предприниматель не сможет окупить этот проект. Но возникает вопрос, почему администрация не может провести этот аукцион на несколько лет? Что мешает это делать? Ничего не мешает. Как раз 2021 года будет новая схема. Сейчас подготовлен проект, где как раз вот мы будем отыгрывать на 5 лет, причем с добросовестным предпринимателем будет пролонгирован еще на 5 лет. Пока на данный момент этот проект, как только мы документ примем, так и будет. Мне хотелось бы, чтобы у нас хорошие новости всегда были не в будущем, потому что это вот такая типичная практика, чтобы они происходили в настоящем. Поэтому мы однозначно дадим такую рекомендацию в город для того, чтобы эти процедуры проводились на долгосрочной основе. И, значит, предприниматели и муниципалитет могли бы сообща решать эти вопросы. Моя политика – это моя кухня, это мой ресторан, и, наверное, в каждом месте гость готов на что-то разное. Иногда и одноразовая посуда устроит нас всех, да, а иногда, конечно, хочется красивая посуда, красивые вилки, чисто знать, что это санитарно поддерживается правильно и законно. И, конечно, наши гости на набережной приезжают туда, чтобы получить более высокие уровни обслуживания. Каждый ресторан на набережной с душой. И я даже знаю, что в каждом ресторане на набережной руководитель сам непосредственно занимается своим бизнесом, и кухней, и обслуживанием, и всем. Поэтому это то, что мы делаем, это с большой любовью к людям, к своему бизнесу, к жизни и так далее. И нам, конечно, тяжело думать о том, что то, что мы делаем в этом году, не будет нам на следующий принадлежать. Но это практически невозможно, потому что вот 2 года подряд я беру кредит для того, чтобы что-то сделать. То есть я скажу, скажем так, про свой бизнес, вот какие как бы у меня были сложности. Вот я могу сказать, что за все время существования летних кафе на проспекте Кирова мы рабочий сезон должны начинать с 15 апреля и заканчивать 30 сентября. Вот мы за все время работы ни разу не получили документов, чтобы мы могли начать работать с 15 апреля.
Значит, у нас сложилась достаточно интересная ситуация по набережной. Вот те летние кафе, которые в данный момент есть и в прошлом году работали, в принципе, они достаточно давно работают. И сложилась очень хорошая ситуация. Люди идут туда, людям это все дело нравится, понимаете? И мне кажется, в первую очередь нам о чем надо думать, что, как и говорилось, сразу договор надо делать на 5 лет. Вот эти люди, которые там сейчас то, что есть, это построено людьми, основным собственниками тех кафе, которые рядом находятся. И надо им давать эту возможность. Мы постоянно каждый год весной начинается вот эта процедура. Надо поддержать тех людей, которые серьезно вложились. И не надо так, и тем более сейчас мы начали вот эту процедуру, то, что начинаем сносить суда, в этой ситуации, когда в целом в стране такая ситуация, президент говорит о том, что надо поддержать. И в этот момент вы начинаете снос. Это серьезная травма и для бизнеса, и для людей. Почему со следующего года? Давайте с этого года сделаем мы долгосрочные договора, чтобы люди могли в спокойном режиме вкладываться туда. Но время-то для этих процедур выбрано категорически неправильное. Я думаю, что это все витает в воздухе, и всем это все понятно. Да? Потому что те люди, которые занимаются общепитом в городе, они стоят просто физически, они не работают. У них ноль выручки, и все расходы, которые есть, у них сохраняются. Начиная с зарплат, коммуналки и всего остального, у них есть. И вот в этот момент появляется у них вот последнее время, как раз, когда мы говорим, что вот-вот мы выходим. Очевидно, что сами летние кафе могли бы быть в первую очередь открыты, и они на это надеялись, соответственно, процедуру проводили. И в этот момент появляется процедура ликвидации, что для всех выглядит довольно странно, действительно, в условиях поддержки бизнеса, о которой объявляет федеральная власть. Когда говорим о том, что не было никаких предложений от самих рестораторов начинать аукционы раньше, ну так раньше от нас и не требовали демонтажа. Мы 3 года подписываем эти договора, и никто от нас не требует демонтажа. И было такое внегласное между собой наша договоренность, что, ребят, вот такая форма договора существует, другой формы договора нет и не будет в ближайшее время разработана. Она была нам навязана 3 года назад. И хотите — подписывайте, хотите — нет. Но между собой такая негласная была договоренность. Вы их подпишите, никто вас убирать не будет, в следующем году будете опять вы. Ну, как бы это понятно, и мы вкладывались под эти честные слова и вот такие вот разговоры своими и деньгами, и временем, и имиджем, и брендом. А это дорогого стоит. Это первый момент, который бы я хотела сказать, почему вы не просили проводить конкурсы раньше, потому что у нас было понимание того, что мы будем в следующем году опять работать. И второй момент по поводу того, что именно по законодательству утверждено то, что договора должны быть краткосрочные на размещение летнего кафе. Минпромторг России на самом деле рекомендует эти земельные участки при ресторанах сдавать в аренду под летнее кафе. На муниципальном уровне принято другое решение, именно краткосрочные договора. Поэтому Россия говорит одно, мы в Саратове делаем другое. Вот город сейчас объявит новые аукционы или как торги для того, чтобы разместить там других предпринимателей. А с чего вы начнете? База какая будет? Это же не просто, правильно сказала Наталья, да, что на пляже разместить. Базовая основа для таких предприятий — это должна соответствовать тем санитарно-гигиеническим нормам, которые предъявлены для таких даже нестационарных объектов. То есть наличие туалета, наличие воды, канализации, наличие базы для подготовки, для разогрева, просто даже блюд, она должна быть присутствовать. А как вы завтра найдете другого предпринимателя, который на голом месте это все может разместить, тем более в таких сложных, маленьких условиях этой площади? Это же невозможно, поэтому вы потеряете сезон раз, а в следующем сезоне из каких возможности вы будете выбирать, чтобы люди уже обладали такими возможностями коммуникационных подключений для этого объекта? Это невозможно сделать, практически невозможно. Поэтому
говорить о пластиковых стаканчиках на нашей набережной просто смешно. И любая проверка такого объекта, она сразу же будет выставлять требования перед Роспотребнадзором о закрытии такого объекта, как несоответствующего санитарным нормам. Все вопросы, которые мы сейчас обсуждали, я считаю, что вполне можно решить в рамках правового поля. Мы изучили опыт многих регионов, но меня тоже очень удивляет, почему заключается договор на один год. И, конечно, надо различать летние сезонные кафе, те, которые находятся при предприятиях общественного питания, потому что это совершенно другой уровень, это наличие инфраструктуры, базы и так далее. И второй момент, это, конечно, в какой-то степени должно соотноситься с утвержденной схемой размещения стационарных объектов. А далее, по срокам. Например, в Москве сезонный кафе размещается на основании схемы размещения НТО, и, соответственно, включается в эту схему бессрочно на время действия стационарного объекта. В Санкт-Петербурге устанавливается срок 5 лет, ну и по аналогии вот в остальных субъектах. Значит, второй момент у нас стоял вопрос по демонтажу. Значит, здесь также предусматривается вариант решения этого вопроса. То есть здесь этот объект рассматривается уже как объект благоустройства. И, соответственно, например, вот в Москве допускается сохранение конструкции сезонного кафе на период с 15 ноября по 15 марта, в тот момент, когда они не подлежат эксплуатации. Соответствующие такие же положения есть и в других нормативных актах. То есть я вообще, в принципе, не вижу проблем, чтобы разработать подобное постановление, разработать соответствующий регламент взаимодействия с предпринимателями. И попробовать использовать положительный опыт, который уже есть в других регионах. Вот то, что началось сейчас, абсолютно, как я говорил, Николай Владимирович, не своевременно для бизнеса, который наносит ущерб, это с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы обратить внимание о том, что все-таки орган государственной власти, лицо муниципалитет, так или иначе обязан следить за своей экономической ситуацией и социальной частью, кроме того, что это является их основной обязанностью. И у города постоянно денег не хватает же, и возникает проблема. А нанесение материального ущерба предпринимателям приводит, наверное, к подрыву экономической стабильности пополнения бюджета самого муниципалитета. Поэтому выстраивание и планирование вот тех потоков, с одной стороны, а с другой стороны, социальной обеспеченности людей теми услугами, которые предоставляет бизнес, в том числе и оказывающие услуги общественного питания и досуга населения, это очень важная составляющая, необходимо об этом не забывать. Нам установлено, что заключение длителя договоров на размещение НТО в пределах действия схемы на размещение НТО не будет являться нарушением действующего законодательства, если это все предусмотреть. То есть, если на 3 года схема НТО, на 5 лет, на 10 лет в пределах этой схемы заключается договор и исполняется. Договор аренды. Размещение НТО. Размещение. Право размещения. Вот, длительный срок. В настоящее время заключается у нас на короткий срок 5,5 месяца. И если субъект подписал, что он разберет по окончании действия договор и не исполняет, то это нарушение уже с его стороны. Если он говорит, что это бессмысленно, то зачем-то подписывать договор, который не собирается исполнять. В данном случае, поскольку это волеизъявление двух сторон, то, в принципе, внесение изменений в этот договор, как касаемо сроков, так и касаемо демонтажа имеющейся конструкции, то это, в принципе, договорные отношения между двумя лицами. То есть, если кто считает возможным изменить эти положения и сейчас таким образом урегулировать вот эту проблему. Так, может быть, нам написать коллективное письмо в связи с пандемией? Вы, как муниципал, освободите нас от демонтажа в этом году из-за пандемии, потому что это не пассивные траты для нас в условиях такого кризиса. Просто освободить в этом году, и чтобы мы уже после этого начали участвовать в торгах на несколько лет. Мы готовы прийти в администрацию в любом составе. Я прошу передать вас это вашему руководству. В любом составе, на совещании, на следующей неделе, для того, чтобы найти реальный компромисс и зафиксировать его в протоколе. Для того, чтобы все стороны были убеждены в том, что это действительно компромисс, что он действительно всех устраивает, или в форме договора, или в форме долгосрочного, вот как мы сейчас говорили, значит, размещения этих нестационарных кафе, срок и применение и так далее. Чтобы все было, значит, обозначено, и затем это уже будет реализовано в нормативных документах.
Но без этого диалога, без процедуры, как вы видите, возникают конфликты. Они на сегодняшний день никому не нужны.